Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. И у нас с тобой седьмой день, за что я получаю 400 древесины. Спасибо большое. Так, давай-ка двигаться дальше и смотреть, что у нас тут есть. Так, друзья мои, у нас должен быть, да, я мостик решил сделать для того, чтобы расширить вот эти вот территории. И, по-моему, он у нас уже сделался. Так, восстановите мост в старый лес. Да, вот так вот. Ух ты, смотри, как тут прикольно у нас. Все это мы с тобой зачистим. Тут еще дальше есть у нас мостик. Хм, а чтобы его починить, сколько нам нужно древесинки? Так, для начала нам необходимо 45 викингов. Понял. Так, у нас с тобой есть еще куча заданий. Давай-ка мы соберем все, что у нас натаскали наши драконы, и отправим их дальше на сбор. Давай, беги, лети. Так, вы за древесиной. Не прохлаждаемся. Так, что у нас по заданиям? Давай смотреть. Так, Беззубик. Ты, наверное, у меня отправишься. Ага. Повысить уровень Беззубика до 13 уровня. Так, ну-ка, сколько нам нужно с тобой? 5000 древесины, да? Новые навыки. Не хватает. Делаем, делаем. Так. Ускорять, ё-моё. Ну, ладно, мы подумаем над этим. Над ускорением, да, с тобой. Так, а пока давай-ка мы посмотрим, что у нас тут на почте. Вам сообщение. Новая игра Disney Wonderful Worlds. Не знаю, что за новая игра. Надо будет посмотреть. Так, получите набор карт. Давай заберем. Оу, что здесь нам выпадет? 3000 рыбы. 4500 древесины. Опять рыба. Ух ты, 175 рун. И криволап. Вау. Друзья мои, криволап какой-то у нас тут появляется. Слушай, шикарно. Очень даже шикарно. Давай-ка мы его сюда с тобой поместим. Пускай стоит. Так, у нас с тобой очень-очень много рыбы. И нам нужно куда-то ее потратить. Давай-ка мы посмотрим, что нам нужно сделать. Ага, драконы. Нужно драконов прокачивать. Драконов прокачивать. До 18 уровня, да, я так понимаю. Ну, давай покормим. Будем тратить с тобой рыбу. Только взгляните на этих драконов. Видимо, стоик, в конце концов, чему-то научился у викинга. Яблоня от яблока недалеко растет. Так, повысить уровень драконов, это мы сделали с тобой. И улучшили лохать, за что я получаю почти 2000 бревен. Осторожно, стоик, если так пойдет и дальше, драконы сделают тебя и своим вождем тоже. Хм. Хотелось бы мне посмотреть на лицо викинга в этот момент. Папаша прикалывается. Так, мы можем с тобой отправить на обучение. Ну, а почему бы нет? Пускай летит, пускай обучается. Я вообще бы, честно говоря, бы всех их отправил на обучение. Так, забираем с тобой здесь. Пойдем еще сегодня на рынке. Немножечко подеремся. Так, это что нам нужно? Что нам нужно? Блин, 4 дракона до 18 уровня. Так, у нас есть с тобой задание. Давай-ка почитаем. Доброго дня, господин Икинг. Заглянул, чтобы услышать историю о моих славных приключениях. Истории, которые согревают сердце и подстегнут воображение. Ой, Йохан, я бы с удовольствием, но давай в другой раз. Я пришел, чтобы взглянуть на список твоих товаров. Может быть, я смог что-нибудь обменять? Так, мне всегда что-то да нужно. Даже когда у меня у самого не так много товаров для обмена. Знаешь, по этому поводу я вспомнил одну историю. Так, выполните обмен. Выполните обмен. Так, скороед какой-то. Я ничего не могу пока сделать здесь, да, ребята? Зато я могу. Так, может, если они сплотятся, то не будут так ссориться. Продолжить. Похоже, остокрылые змеевики из-за чего-то ссорятся. По опыту Астрид, лучше всего организовать им общего врага. Ей со сморкалой это помогает. Лезвие и крылы, пускай будет так. Бесплатно. Полетел. Так, здесь тоже нужно нам с тобой. Времени мало. Кого предупредить первым? Ну, кого, я не знаю. Я должен предостеречь драконов. Не знаю, сколько у нас времени до того, как на берег обрушится волна. Поэтому я сократил список до тех драконов, которые находятся ближе всего к берегу и волне. Ночная жуть или стойла? Давай ночную жуть выберем. Бесплатно.
Так, полетел он тоже на задание, друзья мои. Так, а что здесь нам нужно? Дом построен, а теперь нужно получить нам с тобой кривоклыка. И знаешь, сколько он стоит, да, ребята? 1500. Не кисло, да? 1500 рун. То есть мне нужно его приобрести. Это дорого, дорого на самом деле. Но будем попробовать как-нибудь накопить, я не знаю. Так, что у нас здесь? Древесина рубится, да? Рыбка добывается. Все у нас пока хорошо. Так, а здесь-то что? Здесь у нас тренировка, да, происходит? Можно все это будет поускорять, конечно. А, погоди-ка секунду. А я могу? Ага, необходимы викинги. Так, задания еще у нас какие-то есть. Только взгляни на нашу деревню, плевака. Ты когда-нибудь видел что-либо более прекрасное? Главное не останавливаться, Стоик. Нужно расширять величие Империи Олуха. Ты прав, плевака. Пожалуй, стоит вознести на Олухи что-нибудь грандиозное. Вот это вид. Зал Совета станет памятником истории Олуха на многие века. Сегодня я горд, как никогда. Смотрите, ребята, мы с вами улучшили зал, да, до 4 уровня. И получаем за это 10 рун и, соответственно, почти 2000 древесины. Ух ты, отец, зал совета выглядит потрясающе. На его стенах изображена вся наша история. От высадки на Олух до славных побед. И даже езда на драконах. У меня нет слов. Сын, мир с драконами твоя заслуга. Теперь развивать нашу славную историю будешь ты и последующие поколения вождей. Да, только не дави. Только не дави. Что у нас здесь такое? Раук. Тебе тоже не терпится, милые? И мне. Почему все веселье достается рыбьеногу? Вперед, Громгильда. Теперь наша очередь отправляется в приключения. Так, завершите приключения Астрид и Громгильда. Я получу, ребята, пак. А мы их как раз отправили, да, с тобой? Да. Через полтора часа они сделают. Значит, по твоим словам, есть еще один драконий наездник, и он носит страшную маску. И он был верхом на огромном драконе с четырьмя крыльями. Думаю, это Шторморез, потрясающий дракон. Сначала драконы начали исчезать с ближайших островов, а теперь появился этот загадочный наездник. Возможно, это наш похититель драконов. Что же связывает этого нового драконьего наездника с исчезновением драконов? Нужно продолжить мое расследование. Так, поищите злобного змеевика в драконьем гнезде. Ага, в драконьем гнезде. Ну, пускай... Ага, мы пока не можем, ребята, этого сделать. Потому что у нас на обучении, да? Наш беззубик. А что же мы тогда можем с тобой сделать? Мы можем пойти на арену. Так, секунду, у нас еще что-то здесь есть. Так, новая игра Disney. Надо будет глянуть потом на эту игру. Еще рыбы, больше рыбы. Излишки отправлены мне на почту. Я не могу взять, потому что у меня максимальное количество. Так, по достижениям. Что тут у нас? Все отлично, да? Ладно. Так, ну что, пойдем тогда, наверное, с тобой на схватки сходим. А почему бы и нет? Забираем с тобой пак. Так. Громыль. Ужасное чудовище. Так, это мы ставим с тобой на открытие. Победите драконов. Нам нужно еще победить несколько драконов. Ребята, как вы видите, на арене я имею 270 кубков. Поехали. Нам нужно еще с тобой получить два пака. Ух ты, ух ты, ух ты. Кого мне там дали, друзья мои? А ну-ка се. Ну, в принципе, 4-й, 5-й, 5-й уровень, да? Блин, я вот этого дракона же хотел заменить. Почему все время забываю про это, а, друзья? Ладно, попробуем. Попробуем справиться. Опа, а вот это было плохо, это было больно. Так, беззубик. Давай, наверное, мы с тобой вот так вот сделаем. Окей. Повышаем себе атаку. Воу-воу-воу-воу, потише, ребята, массовками-то зачем бомбить? Не надо так делать. Что же это за дракон такой, а? У меня такого, по-моему, нету. Вот такой есть, этот есть. А вот такого нету, ребята. Так, понизим ему атаку и сделаем укусик. Готов. Так, что дальше? Блин, он массовые атаки делает, а? Надо уничтожать Громыля. Желательно быстрее, чтобы он тут не натворил нам бед. Ага. Так, сделаем укусик. У него атака пониженная. Так, что он будет делать?
Да ты заколебал, а? Ну, серьезно тебе говорю. Вот, сейчас мы с тобой сделаем суперудар. Опачки. И добивочный. Шикарненько. Так, остается он один. Блин, он все-таки уничтожил меня, дракончика. И я боюсь, он уничтожит мне вот этого дракона. Есть такая вероятность. Так, мы ему понизили с тобой защиту. Ой, атаку. Атаку понизили. Давай смотреть, что он будет делать. Так, пока ничего, да? Понижаем. Укус. Укус, конечно же, нужно делать, ребята. Плюс мы повысили себе атаку. Опа. Это что такое он сделал себе? Это какая-то защита, что ли, на нем была? Да, ребята, это была защита. И мы ее сбили. А он опять ее вешает. Слушай, может быть, хорош уже, а, парень? Все. Да выпендривался. Ну что ж, друзья мои. Победушка, да, за нами. Мы с тобой получаем 30 кубков. Итого у нас 300 будет. И плюс мы с тобой зарабатываем пак. А значит, я смогу открыть колоду вождя. Так, вот она у нас, да, значит. Ну-ка давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Ужасное чудовище. Так, древоруб. Экзотический шепот смерти. Какие названия? Экзотический шепот смерти. Если мы с тобой победим еще 10 драконов, мы получаем с тобой также пак вождя. Ну что, здесь сколько нужно? Ускорить? Нет, я ускорять не буду. А вот то, что мы с тобой можем еще подраться, это, пожалуй, я только за. Ну вот этого надо заменить. Где он у меня? Вот этого. Вот уже. Ай-яй-яй, а я забыл, ребята. Вот это я лопух. Я же хотел поменять дракона. Ничего себе, у него два громеля, что ли? Точно, друзья мои, два громеля. Один огненный, два огненных, да, получается? Так, слушай-ка, наверное, будет сейчас битва очень серьезная у нас. Смотри, что творит, а. Ага. Понял тебя. Давай, 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 жарим этого. Так. Боится огня, что ли, я не могу понять. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Наверное, вот так мы его пробьем. Так, теперь, наверное, вот это вот. Двойная атака у него, ты прикинь. Слушай, а если я сделаю укус, мы... Да, мы получаем с тобой. Так, а что и вот это такое? Вот это что я вот не понимаю, ребята, я сделал. Да как бы уже и понимать-то поздновато, потому что мы сейчас можем с тобой тут получить по полной программе. Будем честны. Ну-ка давай, беззубик. Суператакой. Он какой-то очень сильный. У нас ускорение, ребята. У нас с вами подвесилось ускорение. Но вот этот тут очень шустрый. Двойная атака. Мы его, наверное, сейчас добьем с тобой. Так, и остается вот этот вот. Ну что такое, а? Понижаем ему атаку, ребята. Хотя мы ему не понизили, да? У него было повышенное. Ну, я думаю, что победа будет здесь за нами. Да. Очень хорошо получилось у нас. Мы победили. И я еще 30 кубков получаю сверху. Арена 2. Да-да, именно Арена 2. За которую мы можем скоро получить с тобой пак. Ну вот, вот оно у нас лежит. А это еще первая арена, оказывается, тут. Ёлки-палки. Так, вот смотри. Это вот у нас первая арена, да? Погоди-ка, я вот этого, по-моему, не получал. Криво-криво. А, клыка-крив, ё-моё. Не получал. А здесь... Вот, дымодышащий душитель у меня, ребята, есть. Древоруба нету еще. А видишь, тут... А, тут смотри-ка, громыль... Да ё-моё, есть просто громыль, да? А есть... Да ё-просоты, а есть громыль-защитник. Вот в чем разница. А также есть вообще сарделька. Это тоже же громыль. Правда, это наездник, насколько помню. Так, вот он, Грамгинда у меня здесь есть. Слушай, ну, прикольно, прикольно, ребята. На аренке четвертой все это хорошо. Острокрылый змеевик, который за меня дерется. Отлично. Все, ребят, пока мы с вами здесь подраться не можем. Какие-то акции, что у нас там по акциям? Получить эксклюзивный зевун. Зевун. Да что ж такое-то, все за донат. Все за донат. Ладно, фиг с ним. Так, мы
можем с тобой найти еще. Понятно, как всегда, ребят, не могу. Так, задание Волха. Что у нас тут? Обмен. 16 уровень требуется. Слушай, мне кажется, наверное, нам придется с тобой ускорить все это дело, чтобы Беззубик у нас прошел обучение. Ну что же, Беззубик наш вернулся, и мы с вами вот так вот. Теперь можно найти Криволапа. Вот так вот. Слушай, я могу поднять уровень? Могу. Так, 14-й. 15-й. Да вы серьезно, что ли? Так, это мне 10 тысяч древесины нужно. Вряд ли я, конечно, тут сейчас насобираю 10 тысяч древесины. Так, а ты что прохлаждаешься? А, так ты еще маленький, даже ничего не можешь делать, да, получается? Так, а ты что стоишь? А ну-ка, а, не может, да? Погоди-ка секунду, а вот здесь вот мы можем что-то с тобой сделать? А ну-ка. А, улучшить лесопилку, чтобы... Так, викингов необходимо 35. А у меня всего лишь пока, как ты видишь, 20. Но для того, чтобы это, нам нужно улучшить. Улучшить и... Такой мелкий. Что-то там кряхтит, бубнит. Так, а шепот смерти у меня где? Куда он улетел? Он у меня тоже, да, учится. Так. Ну, давай посмотрим. А, можно вот так вот сделать. Так, он у меня 13 уровень. Давай кормить его. Так, 8 тысяч. Да что ж такое-то? Ну, этого как-то быстрее получится, да, обучить? 8 тысяч нужно, говорят, древесины. Да, и ничего с этим не поделаешь, ребята. Ну, я думаю, что без зубика... Ого. Резвогром. Шторморез. Блин. Прикольный, да? Так, мы можем с тобой отправить на поиски вот Криволапа. А Криволап же у меня, по-моему, есть. Да, X1, это значит, он есть. Ух ты, а водорез тоже есть у меня. Так, громорог. Это очень, конечно, интересно. Вот это кто у нас? Это жуткая жуть, а ты? Вот он, Криволап. Он еще пока маленький, я так понимаю, его... Так, фонарик тут, я его взять могу? Конечно, могу. 600 рубликов заплати, тогда ты сможешь брать этот фонарик. Так, эти у нас в путешествии. Блин, вот здесь тоже нужно, ребята, 45 викингов. Ну, все упирается именно в прокачку наших драконов. Ты уже, наверное, понял, да? Ты уже, наверное, это прекрасно понял и без меня. Что, если не... Так, что мы тут с тобой забрать? А, ну у нас рыба еще тут есть, да, немножко? Еще немножко мы с тобой забрали. На 2900... Так, а что тебе надо там? А, 8600. Ну, нам не хватает бревен. Причем буквально немножко. Так, что ты прохлаждаешься? Давай лети, добывай. Лети, добывай. Ты, наверное, тоже лети. Ага, не можешь. Он не может, ребята, лететь. Это у нас максимальный уровень получается, да? Слушай, а ведь что-то я мог, по-моему, сделать. У нас тут жуткая жуть сидит, прохлаждается, да? И плюс злобный змеевик. Кипятильник. Погоди-ка, этих ребят надо... Этих ребят нужно, мне кажется, знаешь, что сделать? Размещать. Блин, а у меня на острове нету места для них. Слушай, у меня же есть какие-то дубли, да? Здесь... Так, смотрим. Или же нету. А вот это вот я могу тут 100 рыбы. Так, давай вот здесь вот, наверное, мы с тобой немножко почистим. Может быть, местечко у нас с тобой здесь освободится. Так, древесинку заодно получаем. Давай, все это убираем. Так, забрали. Забрали.
Блин, не хватит, да? Или хватит? Сейчас глянем. Забираем. И здесь... Так, подожди секунду. Вот здесь надо будет еще тут. А камень я могу убрать? Могу. Слушай, у нас, по-моему, хватает с тобой, чтобы мы могли обучить. 8600, да, хватает. И он полетел на 46 там, минут. Грубо говоря, на час, да, улучшаться. А с беззубиком у нас что? 10 тысяч, ё-моё, 10 тысяч поленьев нужно, ты представляешь? Слушай, а вот сейчас я могу разместить, интересно, или нет? Ну-ка, давай посмотрим. У нас ангар. Так, злобный змеевик. Кипятильник. Так, разместить. Могу, ребята. Вот сюда могу поставить спокойненько себе. Или вот сюда вот можно его поставить. Во. Кипятильник. А почему бы и нет? Вот и все. И отличненько. Ну, себя чувствует просто превосходно. Слушай, а помимо кипятильника я могу поставить... А вот это. Это злобный змеевик. Секунду, подожди-ка. А вот тот, который у нас стоит, это не злобный змеевик? Вот это вот. Да, это злобный змеевик. Зачем нам два? Кстати, кто-то мне сказал, что их можно как-то, ребята, продавать. Я, честно говоря, не понял. А как их продавать-то? То есть излишки. Каким их образом это продавать? Что-то я не врубился, если честно. Так, что у нас тут? Задание есть? Оу. И вот это, что за фигня, ребят? 25. Что я вообще получаю такое? Так, получить листья. Ну, листья, понятно. Листья мы с тобой получаем. Так. Отправьте беззубика в путешествие. И откройте набор карт. 2. Набор карт каких имеет? О, бесплатно даже есть. Монеты Одина. Так. Шепот смерти. Ужасное чудовище. И громорог. А что вот этот 84? То есть я могу их про... Ох ты, обычный, обычный. 300 древесины, 4 руны и 5 рун. Блин, классно. И вот это вот непонятно что. То ли какое-то событие на них идет. Начать. Начало, елки-палки, ага. Он здесь вот, по ходу дела, да, появится из этой пещеры. Так, что у нас там по заданиям? Так, поселите на улухе злобного змеевика и поручите... А, добывать руду в течение 10 минут. Злобный змеевик. Погоди, что добывать? Еще раз, подожди-ка, подожди-ка. Руду? А, рыбу, елки-палки. Руду, думаю, что за ерунда еще. Так, давай рыбу. Иди, 10 минут будешь собирать ее мне, чтобы задание мы с тобой могли выполнить. А остальные все почему-то прохлаждаются, да? А, этот маленький слишком еще, поэтому там корлочит там что-то непонятное. Значит так, мне нужно отправить его в путешествие, нашего беззубика. Вот на поиски кого, а? Может быть, душителя? Давай, наверное, отправим его. Так, потратим, фиг с ним. Здесь что у нас? Поищите злобного... Блин, злобного змеевика нужно было искать. Выполните обмен. Так, поручить, это понятно все. Завершите подключение Астрид и Громгильды. Подожди-ка. Секунду. Может быть, попробовать закончить, а? Так, могу ускорить за 11 рун. Астрид предстоит придумать, как заманить лезвие и крыло на их стоянку. Астрид не хочет рисковать чужими жизнями, приведя диких лезвий и крылов на стоянку острокрылых змеевиков. У нее лишь два варианта. Либо маскарад, либо стойло. Давай маскарад. Так, бесплатно, конечно. Блин. Это еще потом будет одно задание, да? То есть так быстро и легко мы с тобой не закончим. Как я рассчитывал. Ну, понятное дело. Так, а что у нас вот это такое? Непонятно. Ну и, как ты понимаешь, пока заданий никаких нет. Вот только вот обмен. Что за обмен? Драконье гнездо, путешествие.
Исследуйте остров, чтобы найти этот предмет. Ну, и... Рыба, бревна, бревна. То есть не шиша, да? А что нам там нужно с тобой найти? Куда отправить его? Ты помнишь? А, в драконьем гнезде злобного змеевика. Злобного змееви... Вот этого, да? Ну, блин, да... Да ё-моё, не это я хотел сделать. Я хотел обучить... А, ну 10 тысяч, да. 10 тысяч. Злобного змеевика. Пускай он тогда отправляется на поиски, да, друзья мои? Так, возьмем. Да, очень много нужно будет древесины. Очень много. Так, а ты что стоишь? Я же тебя... Подожди, он рыбу должен был, по-моему, сказать, да? Он рыбу. Они все прохлаждаются, ты представляешь? Иди, бревна ищи. Так, ты маленький еще слишком. Почему меня вот сюда вот показывают? Что я должен построить? Необходимо викингов 35. Блин, вот это, конечно, небольшая, ребята, как... Так, а я мост могу, например? Ага, 75 викингов нужно. То есть, как ни крути, без вот этого, да? Ты ничего не сделаешь. А для того, чтобы это сделать, нам нужно в любом случае поднять 4 драконов, да, до 18 уровня. Что очень сложно. Включая того, что они должны поглощать ресурсы, да, там рыбу и все там подобное. Так помимо этого еще и время идет. По 1,5 часа. Так, ладно, может быть сходить с тобой сюда на схватку, а? Давай, наверное, подеремся чуть-чуть. Да, я хочу продолжить. Так, ну, подожди, подожди, отмена, отмена. Вот мои драконы, я хочу поменять. О, у меня в команде кто стоит? Подожди-ка, я же могу их улучшить. Точно. Так, нужно больше жетонов, ну, это понятно. Давай-ка, улучшаем. Давай, давай, новичок. Какой же ты новичок? Уже серьезный браток, свирепый. Так, дальше у нас вот здесь идет улучшение, шепот смерти. А что там значит снарядить? Ты видел, там, кстати, есть такая кнопочка снарядить. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. А, снарядить, это, наверное, взять его в... Да, к себе. Так, новичок, стремительный. Хопочки. Так, и кто же у меня в команде? А вот моя команда, да, то есть 4 уровня, 6 и 4. Ну давай, наверное, мы с тобой попробуем взять Грамгильда, вот этого мы, наверное, уберем. Грамгильда у меня 6 уровня, да, получается. Так, Водорез 3. Да я даже не знаю. Разряд. Так, это у нас ужасное чудовище. Давай попробуем, наверное, взять Острокрылый змеевик. Да, я хочу его снарядить. Вот сюда поставить. Подожди, как его там? Вот так. Ну что, посмотрим, как мы с тобой здесь будем сейчас рулить. А вось нормуль так прокатит, да? Так, а против нас? Блин, не успел посмотреть. Ладно, сейчас увидим с тобой на поле боя. Вау-вау-вау-вау-вау. Так. Давай начнем. Давай-ка, наверное, с Грэмля начнем. Вот с него. Это, я так понимаю, он защитник. Я... Опа, укусик. Понижаем атаку. Хотя, мне кажется, он по атаке и так слабый. Да, он... Вот то, что он бомбит своими огненными фаерболами. Я все-таки, ребята, не как он. Я не буду распаляться на всех. Я беру в прицел одного дракона и начинаю его бомбить до тех пор, пока он не отдуплится. Так, синий против фиолетовых. То есть против дымового этого мы... Опа, 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 это что такое? Что это такое, ребята? Вау. Солидно. Так, мы под гипнозом, что ли, под каким-то, да, получается?
Тихо, 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 не надо мне без зубика моего бомбить. Получи. Так, а вот это что за удар? Что это за удар? Повышает защиту всей стремительной драконы на 30. Хе-хе. Отлично. Так, мы будем с тобой добивать этого дыма дракона. Клонение. Прикинь, он уклонился. Что ты там пыхтишь? Что ты там пыхтишь? Ну-ка, давай-ка, беззубик. Врежь-ка ему хорошенько. На тебе. И еще разок. И добивочный. Найс. Слушай, вот эти драконы похожи между собой, да? Только это фиолетовый, этот голубенький. Ух ты, 500 бревен. Слушай, я, наверное, сейчас еще схожу на реночку. Ну что, определенно идем далее. В принципе, команда неплохая. Вот беззубик, конечно, 4 уровня. А на него карточки фиг где найдешь. Так, о-о-о, нифига. Посмотри, какой прокачанный, судя по всему. Начнем, наверное, с беззубика. Да, я начну именно с него. Что я сделал? Промахнулся, что ли? Громоли что-то хотел сделать, но... Ого! Тихо, тихо, тихо. Хорош. Ну-ка, давай вот так вот. И вот так. Так, у него тоже пониженная, да, атака? Блин, беззубика хочет подбить меня, а? Но я думаю, он не успеет. Дай-ка просто его добьем. В плане! А что... Сейчас получилось, а тогда не вышло почему-то, ребята. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Кто он такой? Не знаю, ребята, кто он такой. Его валить надо. Однозначно. На тебе, паршивец. Такой ужасный, да, шипастый весь. Тихо, тихо, тихо. Он, кстати, может мне сейчас уничтожить дракончика, ребята. Причем на легкую. И он это знает, больше не верит. Вот, 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 вот. А вот об этом я тебе и говорил. Блин. Викинги, вы помогаете, елки-палки. Стоят там. Радуются. Так. Слушай, он крепкий, малый. Что это он делает, что он делает? Бабах. Вот так фаербольчик был у него, друзья мои. Так, ну что, готов. Прекрасная, прекрасная, друзья мои, победа. И мы с вами двигаемся дальше. О, еще 500 древесины. Слушай, а почему только древесины даются, а? Почему рыбу не дают мне? Ну что, мы сделаем с тобой еще один бой и получим пак вождя. А сколько здесь ждать? Так, мы можем, конечно, ускорить, но я не хочу, ребят. Хотя арена первая. Можем, наверное, посмотреть с тобой, но по 20 минут это 10 роликов глядеть. Ладно, уговорили. Пойдемте еще сходим. Ну, давай на этот раз мы... Блин. На этот раз хотел сказать, давай мы поменяем с тобой драконов и возьмем немножко других. Так, вот с этим я еще не сталкивался. Что он делает, пока не знаю. Ах ты. Так, давай глядеть. Этот сильный. Давай начнем, наверное, с этого. Да отвали ты, елки-палки, а. Воу-воу-воу. Что-то он распаляется, друзья. Распаляется на всех. Тихо ты. Я все-таки добью этого ханорика мелкого. Должен уничтожить его. Так, делают укус. Блин. Добьем? Чуть-чуть нам не хватит. А, нет, хватило, друзья мои. Все, одни меньше. Так, погнали. Раз. Два. Атаку понизили. Ну, что ты там будешь делать? Ну, что, что? Что ты там крякаешь? Есть контакт. Оу, массовая атака у этого дракона есть. Вот этого я не знал. Так, добивочный. В плане, блин, промашка. Никакой, блин, промашки. Ты серьезно? Ничего себе он вжарил, друзья мои. Тут смотри, что он творит. Слушай, по-моему, я проиграю здесь. Не думал, что он вот такой вот мощный. Посмотри, что творит, а.
Ну да, тут повышенная, по-моему, ребята, у него атака по мне именно, да? Кто он там? Фиолетовый, да? Против синего. Да, фиолетовый против синего, ты видишь, идет жесткая. Блин, у меня еще и отняли кубки. Все, ребят, я этого дела не прощу. Давай-ка переиграем тогда. Так, секундочку, у меня уже почему-то здесь готова коллекция. Ладно, откроем. Древоруб. Так, ужасное чудовище. Дымодышащий душитель. И громорог. Так, злобный змеевик. Криво-крив. А, клыв, клыка-крив. Ёлки-палки. Язык сломаешь, пока скажешь. Так, слушай, мы кого-то можем с собой. Вот, улучшаем. Давай. Так, а что это у него тут? Отнимать здоровье у дракона команды соперника. Повышать защиту этого дракона. Так, на 25%. Поглощает урон, предназначенный для дракона своей команды. 25%. И снимает отрицательные эффекты с дракона своей команды. О, как даже. Так, злобный змеевик. Улучшаем. Угу. Так, а что вот тут? Вот? Отнимает здоровье у дракона команды соперника. Лишает противника очков атаки. О, даже как. Вот так вот, друзья мои. Даже вот так вот он может делать. А, я больше не могу, да, ребята? Больше, к сожалению, не могу. Два пака можно получить, и все. Потом, как ты видишь, откроется через 20 часов. Плохо, плохо. Ну что ты тут прохлаждаешься? Иди добывай. Что-то как-то у нас по рыбе, да? Не очень хорошо. Очень мало добывает рыбу. Так, секунду. А этого еще надо немножко подкачать. Давай, возвращайся. Новая способность. Что, только рыбу, что ли, можно добывать? 700 бревен. Ну, куда ты... А, ну давай ускорим быстренько, фиг с ним. Так. И больше у нас не хватает, да, для него. Пускай плывет, добывает рыбу. Так, а нам нужно с тобой древесину. Древесину для чего? Ты помнишь, для чего нам нужна древесина с тобой, а? И я не помню. Но в следующей серии, наверное, вспомним. Так, обмен, обмен. Обмен. Просит, ты чего, а? Нет, пока не хочу. Пока не хочу. Ну что, дорогие друзья, тогда на этой ноте мы закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.